Всем привет, друзья! Мы опять в этом прекрасном месте, рядом с кучей мусора небольшой. Ну, машина хорошая, немножко грибки слабоватые. Так, Франц, грибки, я думаю, целые. Франц клепал. Францу привет, Франц клепал. Ну да, так. Ну я думал сильнее еще. Ну не очень привет. А вот еще. Да тут капитально, полностью две детали перекрасили, надо было мусор вызывать. Да, да, надо. Франц, отправляй деньги. Так, тут видите, серьезная переделка. Восстановлено то, что было черным, стало белым. А я уже там этим, слышишь, красочкой у себя подкрашу, да и все, да? Не надо подкрашивать, у тебя просто четко видно только днем, ты все равно только днем ездишь. Да? Ну да. Ну да, ночью я практически не выхожу даже из дома, да, вообще. Так, что у нас тут еще? Так, а то лужа какая-то, видел? Течет с раздатки. Я еще охрипший. Только что сделал видео с ТР-1, первая часть. Блин, такое рубилово, просто, блин. А ТР-2 какой крутой, ты ж проспал, ну посмотришь. Ну я посмотрю, да. Один серьезный зритель у нас. Да, один серьезный зритель у нас точно есть. Ютуб, короче, понял, в полный отказ ушел. Я хочу ко всем обратиться, кстати, кто смотрит. Блин, друзья, только на вас надежда. Ты понял? Вообще, вот смотри, посмотрели видео там, где Хаммер в болоте. 8 тысяч посмотрела, знаешь, и раз, и отключила, все. И остальные по 1000, да? Ну, остальные там не по 1000, но ерунда вообще, ерунда. Кстати, хорошо посмотрели за ночь и утром, и вечером, поздно, хоть я и выложил ту часть, где мы выгружаемся, где мы приехали, как мы доехали. Красивый, да, там пейзаж. Так что, друзья, YouTube нас не видит по-прежнему. Не знаю, будем, наверное, от партнерки от этой все-таки отключаться, подключаться какой-то другой, потому что эти что-то ребята... Никакой активности. Если они нас смотрят, знаете, мы скоро отключимся. Да? Да, да, активности никакой не проявляют. Я устал уже писать, звонить, блин, просто заниматься звонками, понял? Ну нет времени этим заниматься идиотизмом. Тут и... контент надо пить. Да, да. Так, а теперь помогай мне, чтобы там ровно. Чтобы ровно? Ну давай. Блин, на такой погоде ты сложно начал это делать. Как флаг развивается, чтобы на спину не приклеить никому проходящему. Так, а что тут ровно? По верхней кромке просто ориентируйся, да и все. Ну, по уплотнителю, понял? Чуть ниже можешь там. Теперь чуть ниже надо правую сторону опустить. Блин, классно, подписывайтесь на канал. И вы ничего не пропустите интересного. Блин, вот это вообще, слышишь? Да. На две детали скинешь сотку баксов, да и все. Видите? На две детали сотку баксов. Или скажешь, наклейка вон у вас висит серьезная сзади. Это вместо покраски. Блин, как... Красиво, блин, офигеть. А, и вверху что это, слышишь? Вот. Ну, это стропы, когда мы грузили. А, это стропы. Это, и капот они чуть-чуть повредили, конечно. Да, я видел. А фонарь треснул, интересно? Давай, кстати, посмотрим, потому что я тогда побоялся, думаю, сейчас высыпется, не соберу потом. Ну да, тут уже на родине высыпется не страшно. Тут уже поедем купим новые. Оригинальные? Да, думаю, да. А! Жалко. Франц, привет. Франц, спасибо, друг. Я благодаря тебе только выехал на ту горку. Да, но он не хотел, конечно. Ну, у него просто мотор, ты понимаешь, 350 лошадей, блин. Да, я думаю, что ты... Ему надо успокоительное давать перед стартом. Да, двойную дозу причем. Двойную дозу. Так, в общем, подожди, а люди же не знают, да? На оффроуде у нас в Прилуках на Монстр Трофи сломался задний мост. Потом Витя поехал на мойку. И на мойке, по дороге на мойку, да? На мойку, да. Мост передний сказал, что пацаны, я не думаю, моя зеленая девятка не готова. Я не думаю, что это мост.
Ну, не мост, в смысле, грибок, я думаю. Нет, да нет, не такой грибок. Я думаю, что это просто у нас в раздатке все оставалось. А, так думаешь даже? Почему раздатка? Потому что никаких признаков не было, никаких напрягов не было. Да? И ничего не шевелится. Скорость включаешь, никакого звука. А, подожди. А, ну, если... Карданы должны крутиться. Не крутятся? Не тот? А, ну все, тогда слава богу. Это отдал же стартер, я тебе рассказывал мне вчера, что я генераторы снял с гольфа и с этого. Ну, с этого на капиталку ремонт, отдал? 3000 ремонт генератора, а с так. Гольфа. Гольфа не успел отказаться, пришлось заплатить. Поехал, только что купил стартер за... Ремонт 3000 гривен, да? Ну это только у нас в стране такое бывает, это нормально. Это нормально все. А вот гольфец, донор. Донор УАЗа на БТРовских пока он. Резервная копия. Не, ну мы уже все обратно вернули. Все вернули, да? Конечно. Сейчас вот сюда придется линия новая. Так. Зеленая мечта. Я, значит, давайте расскажу. Я сегодня... зеленую мечту, на это ухо обдись. Сегодня, слышишь? Сегодня ШРУС уже пришел с Пидановски. Меня, кстати, поддомкратить и точно могу сказать, какой ШРУС сломался. Зафотаем на камеру. Да, давай я. Мусор не мусора, это не так опасно. Короче, пришла граната спидановская, завтра подшипничек привезут передний, сразу надо там поменять. И этот, и поворотного кулака резиночку я тоже взял, короче, можно поменять. Что, на фест едем на нем? Да, да, на фест на нем едем, цепляем сзади прицеп дачу у нас есть. Ты же думаешь, для чего фаркоп стоит на мегауазе? Ну, на всех стоит, у меня золотой. У тебя золотой. А мой, слышишь, это ж тогда... Мне знаешь, что понравилось в управлении твоего автомобиля? Что? Я ж никогда на нем не ездил, вот когда приехал с феста, фаркоп немного. Ну, что тебе понравилось? Как руль крутится. Легко, да? Фантастика. Ну, это ж гидроцилиндр, да. Я хочу тебе сказать, что у меня на Insignia тяжелее. На Insignia тяжелее, да? Единственная потеря, еще небольшая, но это мелочи. Лента с прилук. Я очень, да. Лента с прилук. Что у нас тут еще такого? Ну ничего, я так помыл немножко. Да нет, ты же он смотрится помытый вообще хорошо. Помыл немножко, да. Ну еще не сильно, конечно, но помоем. Боль лучше. Полироль надо взять, да, тирануть будет. Я думаю, как бы тебе капот классно сделать. Так, ну сейчас мы едем. Едем быстро, да, или конечно, что? По очень серьезному вопросу, сейчас вам понравится. Приготовьтесь, не отключайтесь, подписывайтесь и сейчас все увидите. Так, друзья, вот это место, когда-то мы тут были. Ух ты ж, елки, как тут машин добавилось. Это вообще скоро надо. Когда-то мы тут были, что-то мы тут чинили. Глянь, сколько этих бита здесь. Что-то мы тут чинили. Сейчас. О, смотри, какой серьезный тут магазин. Елки-палки. Потолок, ты видел за серебристый потолок? Это как золотые суппорта почти. Это известный человек с бородой. Вот это известная машина. Я она. А ты снимать тоже приехала? Ну конечно, я думала, тебя хоть не... Ага, хрен, я тут всегда почти. В Дарнице. О, тут запчасти есть. Ботинки. А чьи-то сапоги, Макс? Макс, знаешь этого человека, который ездил на диске, который ездил? Витя, смотри, какие должны быть сапоги. Витя, смотри, какие должны быть сапоги. Это мои. Да не, это Макса. Это кожа, посмотри, белая. Это, блин, эти. Это отступали и забыли белогвардейцы. А у тебя чисто наши уже. Что это такое? Мы интегрируем. Новые фары? Новые фары. Ни хрена себе, блин. Будет такая вот интеграция. Ты меня пугаешь, реально. Ну, как выйдешь, вся Дарница ослепнет, блин, если включишь эти новые фары. И вот эти еще. А это что? Ух, елки. Это место противотуманное. Такие я знаю, где продают. Такие я знаю, где продают. Да не помню, там по 3 доллара, что ли, или по 5. А, похоже, да. Да не, ну этот вообще сейчас другой уровень будет. Да. Ну что, работает? Привет. Как новый или лучше? Что?
Передний мост? Дифференциал. А, дифференциал. Макс тут хочет изобрести. Это какой, подперед? P38. Как обычно. Подперед? С рейнджровера. Ну да. Уже проточен. Уже вот на две оси сателлита, все как надо. Так будешь ставить? Да. А вот это сегодня? Сегодня и вечером на танк. А как с одной осью сателлитов? Я не могу вкурить. Вот одна ось. Вот так вот. А ну тот мне покажи. А? Вот это две. Обычный, как у нормальных людей или нет? Да, да, вон есть две оси сателлита. И это типа держит крепкий. Угу. Я разговаривал с разборщиком. А, у меня же это сам, я же тебе показывал, нет? Провода вот у тебя есть. У меня провода тут. Макс проводов купил. Слышь, тебе надо, короче, купить уже теперь шишигу взять. Три комплекта проводов у Макса. Провода уже есть, да, можно и шишигу. Три комплекта, осталось взять шишигу Максу. Угу. Я думаю, зрители нас поддержат. Надо взять автомагазин. Открыть? Там в УАЗе что-то же осталось еще, тоже в багажнике? Да нет, он там расходится потихоньку. Там местные жители. Местные жители радуются, они свой магазин нашли. Блин, да, там моя люстра у них в магазине в продаже уже. Ну, Макс уже раскусил практически, кто это? Да? Он чуть-чуть следствие не довел до конца, потому что мы поехали кататься. А следствие... Ну, уже почти нашел. Какие-то тонкие, слышишь, это какие-то. От мопеда или что? Силиконовые. У меня в мопеде толще были. Еще не подходят ни одни? Какое? Не подходят, потому что у шишиги идет на свечу, блин, одевается, да, такая... Блин. Нет, такая типа насадочка идет. Ну, колпачок называется, да, пластиковый. Сопротивление. Да. Такая. Ну, то слепой это специалист. Насадочка, ну, типа на нее одевается. Понял. А так не без насадочки не да, работает? Да, я думал, что они мне пришлют именно с насадочками, уже как на новые свечи, типа, чтоб без этого. Они прислали и никуда. Завтра, Бош, за 1000 гривен у тебя будет уже новое, под эту машину. Я скажу, куда это вообще? Какие это... Это серьезная вещь. Оно очень светит, потому что мне как-то показали один раз, так дерьмовенько вообще. Вот это вот классно светит. Давай, включай. Я нашел просто бомбезно. Потому что, Жиль, мне пацаны достали, говорят, так это оригинал с Land Cruiser. Пошли плюс-минус. И свети. Делай. Делай. На капот свети. Не достанется. Я их сфотографирую, чтобы у них была семейная фотография опять. Они обычно под капотом. Линия, да? В любой машине. Где? Лень, как оно. Полоса. Не, на крышу сделай. Ну что, нормально она будет рассеивать. Да. Вижу, теперь ровненько и чуть-чуть. Нормально светит. Да, да, эти хорошо. Один режим. Блин, не помню, успел я вам семейную сделать фото. Выключит, у вас плохо видно. Обнимитесь. Так, вот, друзья, серьезный внедорожник еще одного известного джипера. С бородой, который, ну не с той бородой. С такой, с более свежей. Ну, тут нормально все. Предохранители, песочек, бутылочка. Полный комплект, в общем. Газовый баллончик, как в известной песне. Еще бутылочки, баночки. Хайджек местного значения. В общем, все есть. Кусок отопеля называется. Это торпеда, кто не видел. Хорошая машина, в общем. Так, ну, Discovery еще докручивают. Последние штрихи остались. Что-то там подсоединить, досоединить. А Макс уже устанавливает. Ты что, уже новые туманки ставишь? Блин, ты быстрый вообще. И что, сейчас будет готово? Блин, стали как родные практически. Там чуть-чуть доработать, да? Зубилом. Старые. Пойдет? Так, опять они вместе. Вот такая вот лицо. Дальний свет. Ого. Вот это интересно. Дилетральный. Так, ты смотри, цены. Это какие магазины? Так, подожди, она это. У меня разбились на УАЗе, Макс. Макс, на УАЗе разбилась. Посмотри, может, на УАЗ есть там. Круглые есть. Слышишь? Они стоят дешевле, чем фара на дуле на УАЗ. На УАЗ есть фары? Диодно. Тут сейчас у всех слюна так потечет, прячь быстро, потому что невозможно держаться уже. Да? Да я сам себе хочу, я уже вообще ничего не хочу. Да Витя уже ничего не хочет. Нафиг тебе эти грибки? Я уже хочу Land Rover. Land Rover? Угу. Можешь поменяться, я думаю, на УАЗ, на БТРовских можно поговорить, я могу договориться.
Серьезно, если что, да. Можешь УАЗ предложить. Ага, Женя, привет. Блин, новая белая футболка у Макса. Или это та же? Угу. Новая, да? Андрюха, я уже УАЗ показал твой. Фолловеры будут млеть просто, они же его давно не видели. Когда ты уже с нами на фест хоть поедешь? А? Да не, ну давай по-нормальному. У нас, смотри, Land Rover есть, УАЗ на БТРовских есть. УАЗ, залупас, УАЗ еще какой-то там есть. В общем, хватает, а УАЗа нету, блин. То из-за тебя проблемы у нас. Да? Ну да. Посмотри, новые фары, блин. Все хорошо, берегу, боюсь сломать. Потом подключишь. Красиво вышло. А еще ж диодные основные будут, вообще огонь. Красивые. Спасибо. Блин, тут тюнинг видел серьезно? Да, конечно, ты что? Да? Это ж отца Павла доработки, да? А чего? Отца Павла доработки. Отца Павла, да? Отца Павла. Отца Павла. Это мост не очень большой, я тебе скажу. Отца Павла, хорошо, и ей, и мне. Фаркоп, смотри, какой интересный тут. Все интересная машина, очень серьезная. В тюнинге конкретном. Но тут, конечно, так она стоит, я вам скажу, не очень хорошо на подъемнике. Я бы там не стоял. Там, где ты не стоял, мы дела делали. Да, 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 будьте осторожны, но не раскачивайте, главное. Видишь, три кони и один обычный, стандартный. А что, собираешь на четвертый? Да. Сейчас, друзья, сбрасывайте бабки, там донаты внизу, Максу на четвертый кони. Да? Правильно, ну, я сказал? Ну, конечно, по-любому. И на канал подписаться не забудь. Я первый буду скидывать. Ну, хорошо. Смотри, как сапун стоит заводской. Это вот заводской сапун. Ух ты. А где он заканчивается? Вон. Видишь? Ага. И он специально типа сделанный, да, да, да. Загнанный, чтобы вода не попадала. Тебе надо еще. И сапуны. Передний редуктор. Слышь, а что он так подвернут, Макс? Это так было, или ж? Ну, да. Это заводской так подвернут? Ну, это из-за того, что мы опустили на 10. Не, я понял. А, опустили вниз. И сейчас кардан не ставит. Вот эти надо опускать на квадрат трубу какую-то, чуть ниже. А, я понял. Андрюха, что сейчас будет? Контрольный старт. Вот этот исторический момент. Все, Макс, запускай. Да. Блин, работает. Зеркала маленькие тоже. Что это? Ну это сильно резко как. Мост или что-то. Но я заметил, без переднего кардана она включалась жестче, чем с переднего. Вот передний только ставишь, она сразу мягче включается. Хотя дифференциал. Да, он заблокировался. А у тебя болгарка есть? А что, ты котлету хочешь сделать? Нет, да я ж смотрю, вот так на крышу посмотрел и спрашивает, у тебя есть болгарка? Там прорезать и загнуть, чтобы раздался. Так, друзья, вот и Макса Discovery начинает оживать. Коробочку починили. Кто не знает, коробка погибла при заключительном выезде, куда мы ездили. А куда мы ездили, когда коробка загнулась, не помнишь? Не, где-то она просто... Куда мы ездили? А куда-то вы без меня поехали. Он приехал в Нескучное, по жаре, и все. На да, на Михалыча, и все, и коробка легла, да? Так и было. В начале июня это было. Ну, починили еще быстро относительно. Полтора месяца. А что там, новый пилот, да, или что? Смотри за температуру. Новый пилот. Видела новый пилот в машине? Кто разрешил? Да хрен его, ты отъезжай лучше назад. Витя, осторожно, там зеленая мечта дальше стоит. А что, Мерседес?
А тут Мерседес дорогой очень, импортный. Камера, камера. Камера заднего вида. Да ладно, тут такого нету. Стой, стой. Так, первые шаги, первые шаги. Ага. Припарковался возле зеленой мечты, разворачивается теперь. Ну как едет? Едет как, ну как дядь. Да, нормально, да? Ну сейчас свечи, завтра свечи и провода новые. Да. Понял? Ну он не менял просто еще, не успел. И лампочка температуры горит, хотя температура не высокая. Это может датчик где-то какой-то не это, не на месте. Может такое быть? Да, V8. Так, все. Что, все? Надо все. На канал ставим лайки, это еще не все. Это не все. Поехали. Пацаны уезжают. Кто на чем? Первый старт. В общем, коробка готова. Сейчас. Последние штрихи. Ух, Вита тюнинганули немножко. Перепрошили катализатор эти. Сажевые выбросили, как летит просто. На первых трех буксует. В общем, пока все. Вот этот известный человек. Андрюха, собирайся на фест. А я прыгаю в зеленую мечту и... И все. Offroad Free Fest через полторы недели всего. Так что надо уже готовиться. Мы этот раз чуть раньше начнем готовиться, чтобы не было такой спешки, как перед прилуками. Ну, так все нормально. Discovery поехал, это уже радует. Всем пока, до встречи.